Это программа «День с толком», в студии Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Несколько дней на сборы и в Омск. Сегодня в Бийске на службу провожали группу офицеров. Гендиректор компании по обращению с ТКО по Барнаульской зоне под стражей. Его подозревают в краже 7 миллионов рублей. Как в Центральном парке Нью-Йорка, в парке Юбилейный пока обновили лишь главную аллею, но посетителей уже много. Федеральные СМИ назвали Алтайский край готовым к очередной волне частичной мобилизации. Сегодня власти сразу двух российских регионов, Ростовской и Курской областей, в своих телеграм-каналах сообщили, что получили новое задание по призыву и начали его выполнять. При этом зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыдкин заявил, что никаких этапов мобилизации в указе президента не предусмотрено. И, соответственно, говорить о том, что кто-то выполнил первый этап или перешел ко второму, нельзя. На государственном сайте «Объясняем РФ» также говорится, что деления на волны при частичной мобилизации нет. Между тем, губернатор Алтайского края еще 6 октября заявил, что в нашем регионе завершен первый этап мобилизации. А в конце сентября зампред регионального правительства Виталий Снесарь говорил, что после небольшого перерыва мобилизационный процесс возобновится, а цели могут выполнить к середине октября. Исходя из этих сообщений, можно предположить, что в скором времени начнется реализация второго. За это время власти края отмечали, что провели большую работу с военкоматами на тему исправления ошибок, которые могли иметь место в первые дни мобилизации. Добавим также, что частичную мобилизацию президент объявил стране 21 сентября. По ней должны призвать не более 300 тысяч человек. По данным Минобороны России, в войска уже прибыло более 200 тысяч мобилизованных. Сегодня в ходе частичной мобилизации из Бийска отправилась группа офицеров. У многих из них на сборы были всего лишь сутки. Передаю слово бийским коллегам. Лейтенанты, капитаны, майоры, подполковники и полковники. Офицеры-бийчане отправились сегодня на сборный учебный пункт. Кто-то получил повестку в понедельник, а кто-то вчера. На сегодняшний день призвано по мобилизации 15 офицеров. На данный момент они отправлены все команды. Также вместе с офицерами Бийска в Омск отправились офицеры из Зонального, Смоленского, Советского, Петропавловского и Красногорского районов края. Всего 22 человека. Многие из этих мужчин – бывшие военнослужащие, вышедшие на пенсию. Самому взрослому из них – 55 лет. Мы же офицеры. Ну, как бы Родина позвала, мы идем. Мы ни в Казахстан, ни в Грузию не убегаем, а мы идем выполнять свой долг. Все нормально будет. В военкомате с мобилизованными офицерами сразу провели работу социальные службы и банковские сотрудники. Мужчинам будет выплачено единовременное пособие 100 тысяч рублей. Также при отправке присутствовал прокурор города. Представители Бийского лицея вручили мобилизованным подарки, сделанные руками детей. Сегодняшние мужчины очень сдержаны и молчаливы, в отличие от ребят помоложе, которые попали в так называемую первую волну. Трудные родственникам офицеров. Ведь мужчины большую часть своей жизни отдали службе в вооруженных силах и, уйдя на пенсию, мечтали пожить для себя, для семьи. Но долг есть долг. Дарья Федоркина, Илья Питков. «День с толком». Ростуризм рекомендует туроператорам и отелям возвращать деньги мобилизованным, если они не смогли отправиться в путешествие из-за новых обстоятельств, причем без удержания понесенных на туриста-призывника расходов. Об этом рассказал начальник управления края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых. Кроме того, чиновник пояснил, что особенных правил для выезда за пределы региона у алтайских туристов-мужчин нет. И пока частичная мобилизация не предусматривает ограничений для передвижения внутри страны и за рубеж. Алтайский край с начала года посетил 1 миллион 600 тысяч туристов. Это больше, чем в 2020 и 2021 годах, но все-таки меньше, чем до пандемии. Тогда цифра составила 1 миллион 800 человек. А размер курортного сбора с начала года 39 миллионов рублей. Эти деньги уже идут и в дальнейшем будут потрачены на благоустройство общественных пространств города-курорта Белокуриха. Обустроенный Теренкур, Сибирский тракт. Он соединяет санаторий Белокуриха и санаторий Сибирь.
Ведется обустройство курортного сквера напротив санатория «Алтайский замок». Ведется подготовка проектной документации в настоящее время по благоустройству на набережной реки Белокуриха. Это в районе старой радонолечебницы. Сами работы запланированы на следующий год. Гендиректора предприятия «Экокомплекс» задержали в Барнауле. Виктора Карла подозревают в краже 7 миллионов рублей. Он заключен под стражу. По данным следствия, руководитель «Экокомплекса» с 19 по 22 годы пользовался служебным положением. Давал распоряжение подчиненным предоставлять беспрепятственный доступ на полигон ТБО переработчикам из другого региона, чтобы те вывозили оттуда вторсырье. Деятельность осуществлялась без оформления учетных документов. В связи с этим бюджетному учреждению нанесен ущерб на сумму свыше 7 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора акционерного общества «Экокомплекс». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть хищение путем растраты в особо крупном размере. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ. Виктор Карло заключен под стражу. Такую меру пресечения избрал Октябрьский суд. Следователи продолжают собирать и закреплять доказательства по уголовному делу. В Барнауле сегодня поздравили многодетных отцов с их, можно сказать, профессиональным праздником. В это воскресенье в стране отметят День отца. Этот праздник официально появился в России год назад, наравне с Днем матери. Наша съемочная группа сегодня пообщалась с главой семейства Куценко. Сюжет об отцовской мудрости и любви далее. Сегодня все рисунки и стихотворения в его честь. Александр Куценко, глава большого семейства. Со своей будущей женой Татьяной он познакомился больше 15 лет назад на концерте. Потом свадьба и дети. Катя, Марьяна, Алена, Дима, Вероника. Самому старшему ребенку в семье 14 лет. Самой маленькой дочке Веронике год. А всего 5 детей. Еще одним ребенком в семье в шутку называют кота Мурзика. Я считаю, что много детей в семье – это большое счастье, потому что если бы я была одна в семье, то мне было бы, скорее всего, скучно. Александр работает в Барнаульском водоканале, но этим многодетный отец не ограничивается. Есть вторая и третья работа, и даже есть выходные, чтобы брать еще подработки. И даже в те моменты, когда у папы есть свободное время, собраться большой семьей вместе не так-то просто. Даже в одной машине, чтобы, например, поехать на природу. Но ко всем проблемам Александр относится с юмором. Если серьезно относиться ко всем сложностям, можно просто с ума сойти. Я не представляю, как она здесь вообще одна. Я вот уезжаю, представляете, я на сутки там. Быт-то весь, получается, он именно на женщине. Я только успеваю приехать, заметить то, что они успели, скажем, привести в негодность, попытаться это или починить. Но многодетной маме по дому уже начинают помогать даже самые маленькие. У Вероники есть отдельная щетка, то есть насадка без пылесоса. Она очень активно берет и делает то, что мы делаем, поднимает ковры и все пылесосит. Официально День отца в России начали отмечать только в прошлом году. Но кому, как не Александру, знать, что папа – это каждый день праздник и каждый день работа. Не хватает времени. Не хватает даже не денег, не хватает времени. То есть мы либо продаем свое собственное время за деньги, тем самым лишаем детей своего внимания, либо не зарабатываем, просто сидим с ними. Тогда у них внимания хватает, не хватает денег. И вот эта вот зависимость, эта карусель постоянная, она накладывает свой отпечаток. И так бывает. Вот. Всем охота прижаться и... и просто подержать к себе. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Алтайских женщин бесплатно проверят на онкологию груди. Обследование проведут медики краевого онкодиспансера. Бесплатное обследование молочных желез на выявление злокачественных новообразований пройдет уже в эту субботу, 15 октября, во Всемирный день борьбы против рака груди. Участники смогут получить консультацию онколога. Если потребуется, врачи сделают УЗИ и маммографию. Подобные акции проводятся для своевременной диагностики заболевания у пациентов высокой группы риска.
Ангельска. Записаться на онкоскрининг можно по телефону, который вы видите на экране. Нужно будет принести паспорт и, если есть, предыдущие обследования молочных желез. Новые трамваи появятся в Барнауле. На этот раз их привезут из Беларуси. Алтайский Минтранс подвел итоги тендера на поставку 10 вагонов за 716 миллионов рублей. В отличие от местных трамваев, новые должны быть 2022 года выпуска. Они вместят по 150 пассажиров, будут иметь 4 двери и приспособления для перевозки маломобильных групп населения. Новые вагоны укомплектуют USB-разъемами и камерами видеонаблюдения. Доставить их по условиям контракта должны к 1 января следующего года. Посетителей все больше. В юбилейном парке завершился первый этап реконструкции по федеральному проекту «Жилье и городская среда», в рамках которого потрачено более 80 миллионов рублей. О глобальных переменах и о том, чего парку по-прежнему не хватает, расскажет Анара Шагирова. Новая асфальтированная дорожка, лавки и урны. В самом большом парке Барнаула юбилейном позитивные и долгожданные перемены. С конца 90-х парк был фактически в заброшенном состоянии. Гулять и даже просто проходить здесь было опасно. Зато сегодня гуляющих немало. Реновация зеленой территории стала возможна благодаря федеральному проекту. Правда, восстановить парк, а это больше 50 гектаров, за год практически нереально. Работу распланировали на 4 года. В ходе первого этапа благоустроили главную аллею. Горожане итоги уже оценили. Когда забросили, много разных пугающих историй. А вот недавно я приходила сюда днем, и здесь прям очень много народу было. Я подумала, что было какое-то мероприятие даже. Сейчас люди сюда очень много ездят, из центров ездят сюда гулять. На выходных тут ужас, что происходит. Суббота, воскресенье здесь все забито. Есть изменения и для местных обитателей. Вот, например, у белок вместо старых разрушенных кормушек появился новый дом. Так местные жители, два молодых человека, сами предложили поставить новую кормушку. И это оказалось не просто кормушка, а целый дворец. И буквально за пару дней она наполнилась таким количеством еды, что, мне кажется, белкам за всю зиму не растащить. И пока в юбилейном снова расцветает жизнь, хозяина территории все еще не определили. Пока что за порядком здесь следят общественники, некоторые обязательства взяла на себя городская власть. Но много еще зависит от самих горожан, ради которых здесь все это и делается. Наглядно. Видимо, другой урны для этого мусора здесь не нашлось. По старой привычке заезжают в парк и автомобилисты прямо на прогулочную часть, хотя специально для них на въезде установили запрещающие знаки. Мы, как и общественники, проводим иногда рейды, фотографируем этих водителей, чтобы наладить схему взаимодействия с ГИБДД, то есть отправить обращение и уже посмотреть, как к ним будет применяться со стороны закона наказание. А вместе с тем, говорят общественники, работ в парке еще немало. Так, к концу месяца должно появиться освещение. На следующих этапах, а это уже в будущем году, разграничат движение пешеходов и велосипедистов. Будут разработаны спортивные маршруты, пешеходные и веломаршруты, также, которые не будут пересекаться друг с другом. То есть велосипедисты отдельно будут, и спортсмены, и пешеходы также отдельно. Важный пункт благоустройства парка – наличие уличных туалетов. В проекте они обозначены, а еще площадки для выгула собак, арт-объекты и смотровая вышка. И это уже на следующих этапах реконструкции юбилейного. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. Сегодня в Барнауле простились с заслуженным артистом России, бывшим главным режиссером музыкального театра Владимиром Филимоновым. Он скончался на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Филимонов родился в Ростовской области, окончил Красноярское училище искусств по специальности актер музыкальной комедии. В Алтайской мускомедии сначала год работал режиссером-постановщиком, а после был главным режиссером. Эту должность занимал с 92 по 96 годы. После, до 2009-го, являлся художественным руководителем театра. В разные годы он ставил спектакли «Иисус Христос. Суперзвезда», «Цыганская любовь», «Скрипач на крыше», «Юнона и Авось», «Летучий корабль», «Белая акация» и другие. Для меня Владимир Николаевич, наверное, с детства осталось это ощущение. Он остался таким же, как бы, добрым дяденькой. Большим добрым дяденькой. Когда он уже занимался в большей степени режиссурой, то есть, да, руководил театром и ставил спектакли, то когда слова его не всегда действовали, он не всегда мог объяснить, он тогда выходил и показывал сам, как надо это делать. И вот это всегда было очень, во-первых, понятно, во-вторых, прекрасно всегда исполнено. И он поднимался на сцену, долго шел из зала и потом показывал, как нужно.
Прощание с Владимиром Филимоновым прошло в Иоанно-Богословском храме Барнаула. Похоронили режиссера на Власихинском кладбище. Барнаульские всадницы завоевали бронзу на всероссийских соревнованиях по конному троеборью. Старты проходили в конце сентября в Абакане. За призовые места боролись более 70 спортивных пар со всей Сибири. Как алтайским спортсменкам удалось обойти соперников и оказаться на пьедестале, расскажет Валентина Аскерова. Сегодня тренировка в лайт-режиме. Заслужили. Всадница Юлия Жукова со своим напарником-капитаном на 100% выложились на всероссийских стартах в Абакане. Преодолели 24 прыжка за 7 минут и взяли бронзу. Морально было, конечно, сложно. Я еще ехала практически самая последняя. Ну, и видела, как выступают передо мной всадники, кто у кого-то лошади отказывались прыгать, кто-то падал. И я, конечно, очень переживала, я смотрела, я прям чувствовала себя как-то некомфортно, но в глубине души я была уверена, что он меня не подведет. И не подвел. С капитаном Юлия неразлучна с момента его рождения. Первая надела уздечку, первая подседлала рыжего. Отсюда и ментальная связь между ними. Он такой ласковый всегда. Вот до сих пор я к нему захожу, пока там не поцелую в носик, а уздечку он мне не дает одевать. Из таких небольших минусов он очень хорошо меня чувствует. Если я переживаю мандраж, как говорит мой тренер, то он это прям ощущает и сам начинает волноваться. Если я спокойна, то спокоен он. Помимо Юлии, на соревнованиях в Абакане бронзовую медаль завоевала еще одна воспитанница конифирмы Аграрного университета Анастасия Киселева в паре с жеребцом-компасом. Конкуренция была высокая. За призовые места боролись свыше 70 спортивных пар со всей Сибири. Хотелось бы, конечно, повыше, но нам было приятно и эту награду получить. Главная ошибка какая была, которая не позволила там первое занять, на ваш взгляд, тренерский? Я думаю, как всегда, психологический момент, вот этот человеческий фактор, волнение. Хоть уже девушки и опытные, но все равно есть вот эта вот спортивная обстановка, она немножко дает мандраж. Сезон закончился. Сейчас спортсмены конифермы «Агау» готовятся к следующему стартовому сезону. В планах и мечтах у некоторых, в частности у Юлии Жуковой, в ближайшее время получить разряд мастера спорта и попасть со своим капитаном на международную арену. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Они влюбили в себя тысячи болельщиков по всему Алтайскому краю, даже несмотря на то, что не стали лидерами в чемпионате Сибири. Футбольный клуб «Темп», хоть и завоевал бронзу, успел пошуметь в Кубке России. Каким выдался этот сезон для бордовых и почему пришлось полностью перестраивать игру, объяснит Дмитрий Дроздов. Вот он, шаг назад был, чтобы это увидеть, занять там последнее место, чтобы потом сделать шаг вперед в плане игры. Речь идет о турнире, в котором «Темп» участвовал еще в ноябре 2021 года в Сочи. Наши парни встречались с командами из разных уголков России. И хотя бордовые тогда проиграли все матчи, но эти встречи пошли на пользу барнаульской команде. Именно с этого турнира «Темп» начал тотальную схематическую перестройку. Практически всем игрокам нельзя выбивать просто мяч бездумно, куда попало, да, как это играют все команды у нас в Алтайском крае. Поэтому даже за счет ошибок я понял, что они будут, и мы будем пропускать голы за счет этих ошибок. Больше добавилось болельщиков из-за того, что игра стала другой, игра стала более зрелищной, игра стала больше моментов. То есть у нас в прошлом году был единственный выход из обороны – это сделать на Рому Сычева передачу и выйти. Сейчас, если вы видите, болельщики охают-ахают, когда мы в своей штрафной площади разыгрываем мяч, и вратарь может, и все. И то есть это будет доведено до автоматизма. Частичный результат той самой перестройки стал заметен уже в этом сезоне. «Темп» нынче самая забивная команда своей лиги. Бордовые наколотили 91 мяч, что на 11 больше, чем у второй по числу забитых голов команды. Где-то я давал вообще задание на игры не сделать ни одной длинной передачи. Поэтому в головах меняется мировоззрение к футболу по-другому. Еще одно важное событие для клуба случилось в конце лета. «Темп» впервые сыграл свой профессиональный матч. Еще и в Кубке России против местного «Динамо». Историческое барнаульское дерби, в котором победу одержали бордовые, игроки клуба запомнят надолго.
А когда ты выходишь играть против профессионалов, а ты любитель, тебя настраивать не надо, у тебя глаза горят, ты просто хочешь доказать, показать у всех свои какие-то цели и задачи у футболистов, да, кому-то доказать, что я там должен играть, кого-то там выгнали оттуда, он доказывает свою состоятельность. По итогу сезона в чемпионате Сибири «Темп» занял третье место, а в Кубке дошли до полуфинала. Возможно, мы об этом и не узнали, если бы не работа темповской медиакоманды. 7 человек трудятся над тем, чтобы болельщики и футболисты были на одной волне. Чувствовали, что они рядом и знали все новости о клубе. В спортивном сообществе даже не помнят времена, когда к любительскому футболу было столь пристальное внимание. Болельщик не будет ходить, если ничего не будет знать о команде. Ему интересно все знать о команде, ему интересно вникать. Если будет много историй, много внутренностей, да, которые происходят в клубе, ну так болельщики будут появляться. За 3 года «Темп» влюбил в себя более 1500 болельщиков. И при такой работе со зрителями цифры будут расти. Что касается задач на следующий сезон, то хотят исключительно первое место в лиге. И доказать, что «Темпу» в ней тесно, и он готов идти на повышение. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи!